То есть течение бьет в этот столб. А, это наш водитель Виктор Викторович. Вот. Течение бьет в этот столб. Оно его капитально подмывает. Подмыло так, что вот эта часть упала и образовала вот такую плотину. Плотина просто огромная. Виктор Викторович, можно вот сюда вас поставить? Просто сейчас попытаюсь показать это в сравнении с человеком. Насколько большущая куча пластика. Масштаб вам понятен, я думаю. Это просто кошмар. Бутылки, какой-то пенопласт. В общем, все то, что может плыть, оно благодаря вот этому тополю сейчас остановилось. Запах тут, конечно, ну пока прохладно, еще более-менее дышать можно, но летом это будет вонь. Это надо обязательно все вычищать и убирать. Это просто кошмар. Посмотрите. Это вот эту всю часть, вот здесь, вот это все подмыло. Где-то на... метр, наверное, туда в глубину. Вот, обнажила корню тополя. И возможно, это тоже рухнет. Ну, тут ужас. Тут. Короче, вот такая здесь ситуация. Ужас. А дальше у нас там коллапс уже чистенький. Уже все закрыло. Такое сито своего рода. Попытаемся эфир сохранить. Но здесь плохое интернет-соединение. Но видео записали. Если не получится, то мы тогда в ленту опубликуем. Ужас этот между Светлоградом и Шведино. Это не Светлоград, это территория Петровского городского округа между Светлоградом и Шведино. Мы в комментариях напишем, где это. Так, эфир заканчиваем. Еще раз покажу вам эту картину. Это страшно.